Кримсько-татарская культура, и в частности музыкальный вид, многовековую культуру. В нашей музыке существовали жанры, которые, к большому сожалению, на данном этапе истории как бы не востребованы. Полузабытые жанры, я сказал бы. Они были трансформированы, пошло другое, и сейчас исполняются в совершенно измененном виде на наших свадьбах, торжествах и так далее. Если говорить о музыке крымско-татар, о музыке 21 века, естественно, что она претерпела очень многие изменения. Прежде всего, они связаны, конечно, эти изменения с аннексией Крыма в конце 18 века. И, естественно, уже в 20 веке с поголовным выселением, с поголовной депортацией крымско-татарского народа со своей исторической родины. Я считаю, что вот одной из основных целей последующих поколений – это, конечно, возрождение нашей музыкальной культуры. А вместе с этим возрождением, наверное, и должно быть возрождение нашего инструментария, который звучал здесь на протяжении тысячелетий. То есть нам нужны серьезные научные разработки по нашей культуре, по нашей музыке. Нам нужно возрождение музыкальных инструментов, нам нужно возрождение наших жанров. Вот. Только в этом случае народ будет существовать.
ушкан самолетлар, канатлеринде кунушвар, ердеде юрген крымчахларын, юречиклеры калтырай. Ачылныз даглер, ёл верныз баглер, ёл верныз даглер, кечмеге. Шу дуньядан, джанымдан бездым, толдырныз кадны ичи. Кургучум олайым, аз барынга конайым, айлигде дугулде, йылыгде дугул, омурлюк ярым. Это не чистые. Сейчас. Вот чистые крымчики. Вот чистые. Тетя Сара чистая крымчачка. Ее сын чистый крымчак. Вот чистые крымчики. Вот чистые. Большинство людей из этих семей были убиты в декабре 1941 года фашистами в Крыму. Во рвах, в душегубках, в разных городах Крыма. В городах и селах. А это дети Горта. Тоже такие хорошенькие, расстреляны. Я снова здесь. И вот она, земля. Она всегда со мной, от самого рождения. И не сказать, она моя беда, и не предать, как прошлый снег забвенью. Что есть святого в жизни, не учесть. Но продолжая длинный долгий список, виски руками только крепче стисну. Она меня хранит, пока я здесь. Она и я. Мы как одна семья, ее я чувствую, люблю и вижу. Пусть вам не верится, но глубь ее я слышу. Здесь видимая тишь, она кричит. Здесь третье измерение ощутимо. Я всех, кто здесь расстрелян, вижу зримо. Свеча моя горит. И смотрят лица, пронзая плоть, читают мою мысль. Здесь точки, запятые и вопросы в одной строке обращены с края откоса. Крыму было до 12 тысяч, ну 11 с половиной, где-то вот так. А в Симферополе больше 2000. Больше 2000 жило. Вот
в этом дворе жили евреи, а в этом дворе жили крымчаки. Вот это их были окна, мама мне рассказывала. Из домов выгнали крымчаков, и они пустовали дома, квартиры. И тогда сталинский режим, он стал заселять сюда переселенцев. И люди, которые вернулись с войны в Украине, особенно офицерскому составу, офицерам армии, украинцам, русским, давали эти крымчакские дома, эти крымчакские квартиры. Когда крымчаки стали просить, отдайте нам назад, которые вернулись с войны, и говорят, пусть эти офицеры отдадут нам, мы же вернулись с войны. Отдайте нам назад, где нам жить? Это же дома наших, которых расстреляли, крымчаков. То суд не признавал, и крымчаки остались на улице. Им пришлось снимать, платить большие, для того времени это были большие деньги, снимать квартиры и в аренду брать. И они оказались без домов, бездомные оказались, без вещей, потому что квартиры заняли переселенцы. Почти в каждом доме жили крымчаки. В каждом дворе. Каранфілі морлагана, не хорбах снесен магана, хорбах тини. Гільденолсам вон юльвір міз дігім сана каранфіла джаксин сен менім фула джаксин мена там дан разили колдим сен менім ола джаксин. Каранфіли морлагана, не хорбах снесен магана, хорбах тини не бігіль геносам, гон юль вірмі з дігім сагана. Thank you.
Так, мы вернулись каком, в 89-м году, а в 44-м году репрессировали наших родителей. Это 44-й год, это тяжелые годы, годы войны. Это во главе Берии, во главе Сталином. Они были репрессированы. Ансамбль называется «Хатырша сарай», у нас как по литературу, а если так поглубже, как наши родители говорят, «Хадырша сарай». Это дворец ханов. Так, это рядом наше село, у меня родом мама и отец тоже с «Хатырша сарая». Так у нас идет начало, как от отца. Отца видели, отцу 82 года. И с 90-го года, 89-го года, как мы приехали, он, в общем, как сказать, с ним вместе вот начали здесь играть в семейном ансамбле.
отец, от отца я, брат, сестра. А сейчас уже идут наши дети, моя дочка, сын, так, моя жена поет, который, так, потом брат Дилавер, его сын, скрипач Бекир, аккордеонист Осман. Дальше идет сестренка Найле на баяне. Так, ее дочка Ниаре танцует. Так, сын играет на аккордеоне, на барабане. Так, еще кого не назвал. Mm-hmm.
это время не разрешали, мы нас считали как бы это самое депортированными, и указ был Сталина о выселении, его не отменили, и как бы тот еще старый сталинский режим, его не отменили, также НКВД и полиция, милиция знали указ о том, чтобы не пускать этот народ, как бы народы. Вот это была причина основная. Поэтому они препятствовали, не прописывали, не давали работу. И мы как бы выживали сами по себе, так как занимались своими, ну, по огороду, по теплицами, помидорами, и так бы вот выживали как бы. Деваться нам некуда было, возвращаться не было смысла. И как бы по-любому мы должны были оставаться. Слава Аллаху, мы здесь потихонечку живем. Когда-то написала научную работу на четвертом курсе. Это было связано с особенностями национальной музыки, исполнения крымско-татарской музыки. Ну, вот так вот как-то во мне это снова же возродилось, и я уже решила не только говорить об этом, но уже и вокально как бы это все показать, представить, как я это вижу. Thank you.
Вокруг все знают, все уже... Я больше пою, чем говорю, наверное, в жизни. Так что, ну, вот так вот складывается моя жизнь. Из музыки, из любви. Вот этим я живу. Здесь ничего нету. Я забыла, я давно пела. Когда я пела, Господи. Ой, домну-ка, да ну, домну-ка, да ну, бяла болгарка. Мари варни саня варна, лоса майка ти, ляжи, ляжи, умира. За вода блея, за сянка тлея, не коси, блея, не коси, тлея.
Не коси, блея, не коси, тлея, дамяя, дала там детцам штала. Не забыть то июньское утро, когда нас постучали солдаты. Вот указ они нам объявили, что выселяют из дома. Куда и за что мы не знали. Лишь только за то, что болгары, лишения большие, нас ожидали. Нас погружали в вагоны и отправляли этапом. За преступников нас посчитали, на Урал и в Сибирь нас сослали. А мы жили в Крыму как родные, и татары, болгары, и греки. И в гости ходили друг к другу, и все нации мы уважали. Мы и в ссылке работали споро, хотя, несмотря на лишение и холод, и надеялись, может быть, скоро возвратимся в любимый свой город. И исполнились наши желания, возвратились к родным берегам мы. После стольких мук и скитаний мы на родине, чудо свершилось. Восточной Румелии. Анатолики фраки, греки говорят. Жители греки села Карачоль были сосланы на Урал в 1944 году 27 июня. Конечно, очень много жизней осталось там на Урале. Малые дети и старики не выдержали эти стужу уральскую. Голод, туберкулез унес очень много жизней. Но человек живет будущим. И пришел 1968 год, когда возможность появилась приехать в свое родное село и жить здесь, опять брать землю, строить дома и продолжать эту жизнь. И, конечно, мы очень счастливы, что живем в своем родном селе,
которые основали наши предки. Самарканда, города Акташа. Не приехал, а вернулся на родину предков. Вот. Живу здесь 21 год. И живем ничего, нормально, восстанавливаемся. Я музыкант. Играю по свадьбам. Выступаю так в фестивалях, то все. Пою, певец. Пою я с раннего возраста, люблю музыку, песни. Ah,
сегодня мой братишка Сиран. У него сегодня радостный день. День бракосочетания его дочки с нашей будущей. Мы пожелаем им, всем молодым, всего самого наилучшего. Счастья, любви и всего наилучшего. Пейте, гуляйте до утра. Сиран рад вам и всему. Свадьба открыта. И мы играем вам доло. Слушайте свадьбу на этом открытии. Вперед! Thank you.
использованию данных инструментов в Геншлиг. Продолжаем! Ах,
жігерім, дұрыт кебешке болуңыр. Ах, дегенде, ах, жігерім, дұрыт кебешке болуңыр. Абада ұлчан. Диванда қызылар, әл адыр көзілер, шеріндір сөзілер, тотайдыр қызылар. Алтыда қызынан берісі сонду. Чылары бар қара құндыз. Бақчаларда кезер Алтыда қызылар, диванда қызылар, Әл адыр көзілер, шеріндір сөзілер, Тотайдыр напеваю свои народные песни, могу часами сидеть, вообще вокруг ничего не вижу, просто вот какая-то история всплывает, наша история, очень тяжелая история крымско-татарского народа, депортация, и можно просто сидеть и часами распевать это, и это все накатывается, то есть куплет за куплетом ты сам не замечаешь.